Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. Читая манифест, читая позиции, я запомнила там то, что абсолютно со мной вот одинаково дышит и говорит. Это то, что Михаил ставит человека целью государственной власти, а не средством. И за это ему большое спасибо. И, наверное, кто-то наверху, да не кто-то, а тот же Владислав Юрьевич, сошел с ума. Потому что столько, сколько я услышала за последнее время, я-то по наивности своей думала, что мы-то создаем такое дело, которое поможет власти где-то опомниться, что-то увидеть. Может, до них не доносятся, что ли, эти голоса праведных людей, чистых и свободных. И что я услышала в ответ? Ну, если вы считаете, что мы вам не помогали, тогда мы вам будем мешать. Это, слушайте, я когда-то это уже слышала. И даже от своего деда. Я хочу сказать, что здесь собрались люди достойные, которым я очень верю. И Михаилу Дмитриевичу я верю. Хочу сказать только одно. Думаю, что и мне, и вам можно мешать, но в одном невозможно помешать. Это мыслить независимо, свободно, на благо своей любимой Родины и людей. Все.